Касается вот города Алекминска, да, села Шея и Сунтарского улица, будут ли повторные выборы? Да, там будут повторные выборы, потому что выборы там не состоялись, то есть признаны несостоявшимися, потому что там больше всех голосов набрал так называемый кандидат против всех. Да. И в Анабарском там, по-моему, Сасклахи и Рюнхая какие-то, по-моему, были, да, тоже? Да, в Анабаре и Сасклахе еще до этого именно альтернативность выборов не была обеспечена, то есть в связи с тем, что часть кандидатов были сняты, осталось только по одному кандидату, в связи с чем выборы были отменены и перенесены на более позднюю дату.